числе аварий – наезды на дорожные препятствия, столкновения автомобилей. Так, 30 июня на автодороге по улице 20-летия Победы произошло столкновение между водителем автомобиля ГАЗ под управлением 38-летнего мужчины и 56-летним водителем мотоцикла Honda. Автолюбители остались целы, а вот их техника потеряла товарный вид. Особую озабоченность вызывают дорожно-транспортные происшествия с участием веломототранспорта. Напомним, что управлять мотоциклами, объем двигателя которых от 125 кубических сантиметров, имеет право лицо, достигшее 18-летнего возраста и имеющее водительское удостоверение категории А. Добавим, соликамцы могут сообщать информацию о несовершеннолетних гонщиках или о водителях, которые управляют мотоциклом или автомобилем в состоянии алкогольного опьянения по телефонам госавтоинспекции. Анонимность гарантируется.